Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Hyundai Greta. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали краткий обзор. Пол, багажник, смотрим, кое-где вибропластом обработан. Задние арки у нас голый металл. В автомобиле одни из самых шумных мест. Пол в салоне. Также кое-где обработан. Крыша, голый металл. По дверям. Также ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. Владельца не устраивает данная шумоизоляция. Готовим поверхности, приступаем исправлять. Друзья, закончили клеить вибропласт на Hyundai Greta. Проклеен у нас пол в багажнике, задние арки. Проклеен пол в салоне. Тщательно прокатываем валиком. Обработана крыша. По дверям нанесли первый слой вибропласта. Толщина его 3 мм. Приступили наносить второй слой. Мембранный шумопоглотитель 6 мм. Продолжаем наши работы. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Greta. Проклеили с мембранным шумопоглотителем пол в багажнике. Также мембрану наносим на задние арки. И пол в салоне. Обработана крыша. И по дверям нанесли третий слой вибропласта 2 мм, четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Собираем, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!